и стада оленей бродили по безжизненным склонам этих гор. Сергея Мироновича Кирова в далекую тундру пришли первые геолого-разведывательные партии. Неисчерпаемые богатства таят в себе недра Кольского полуострова. В горах Мончиту обнаружены богатейшие залежи медно-никелевых руд. Разве можно узнать некогда пустынные берега озера Имандра? Победная поступь сталинских пятилеток изменила лицо Кольского полуострова. В Мончитундре растет новый промышленный центр, грандиозный медно-никелевый комбинат. Растут цеха металлургического завода. Сетью шахты рудников покрылись горы. Сотни тонн драгоценной руды выдают ежедневно стахановцы горняки. Сегодня медно-никелевые рудники имеют подлинных мастеров социалистического труда, отмеченных высокой наградой, орденами и медалями Союза СССР. На опытном заводе «Северникеля» руда обогащается методом флотации. Полученный концентрат поступает на металлургический завод, оборудованный по последнему слову техники. Освоение первых плавок никеля почетное место прочно завоевала комсомольская бригада мастера Глазынина. Образцы стахановской работы дает мастер конвертерных печей товарищ Курышев. Северный никель получен. Мастер Курышев может быть доволен своей работой.
там город красивой тундры, город северных горняков и металлургов Манчегор. Полнокровной жизни советских городов живет город в тундре. Под ласковым солнцем короткого северного лета набираются сил ровесники юного города. В берегах озера Имандра тысячи трудящихся Манчегорска находят заслуженный отдых. Что было здесь 4 года тому назад, и что стало сейчас? Волей партии трудящихся страны Советов мертвый бесплод тундры создан новый промышленный центр, новый город, никогда не существовавший на карте нашей Родины.